Это где живет Вова? Временно. Turn right. Куда мы его привозим на передержку? Это вот такой микрорайончик. In 100 meters, turn left and then turn right. Называется Новая Ступина. Turn left and then turn right. Вот. Ну, природа здесь хорошая. Стоят трехэтажные дома. Вот там впереди лес. Он типа недостроен. Некоторые говорят, что он его строили, потом решили забросить. В общем, непонятно. Конечно, от Москвы далеко, но, так сказать, учитывая обстоятельства. In 200 meters, turn left into the courtyard and then stay in the left-hand lane. Кто как, кто на лыжах. Вот место обитания личинки.